А Путин плавает в ледяной воде, Обама плещется в тепленькой. Мы это знаем. Мы должны как Путин. Сборная команда обливальщиков Секретного собрания «Ему красненькая речка» передает наш коллективный привет с пожеланием облиться непременно освещенной водой депутату Секретного собрания Максиму Львовичу Резнику, с одной стороны, и вашему коллеге непременно освещенной водой облиться главному редактору вражеского рупора национал-предателей «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Ну что, Путин по еде, порядок на виде. Отлично. Знаете, вот есть еще вот? Нету? Все, закончили? Я бы еще раз облился. Есть еще. Давайте. Да, давайте. Ведро. На бис. Ведро. Давайте. За Новороссию. Ой, вы что? Спасибо. Мы ждем координатов фонда по борьбе с этим страшным заболеванием. Мы не снимаем с себя обязательства перевести по 4000 русских рублей, не каких-то поганых этих обезьяньих долларов, а 4000 русских рублей каждый на счет этого фонда. Спасибо.